Интересно, у единорогов есть чувство юмора? У нашего единорожка точно есть. Ведь он придумал целый набор пранков над бабулей. Ну и бабушка не отстает. Чем закончится эта пранковая битва, смотри в нашем новом видео. Чуткий сон бабули прерывает резкий телефонный звонок. Бабушка у аппарата. Что? Какой еще единорог? Что вы мне собираетесь подсунуть? Опять эти внучки со своими розыгрышами сообщают, что у меня некоторое время поживет какой-то единорог. Что еще за сказки? Ой, божечки, а это еще кто? Милый единорог раздражает нашу бабулю. У нее аллергия на фантастических зверей. И что прикажете делать с единорогом? Не трогай бабушку, иди погуляй. Судьба забросила единорожка на кухню. А здесь только одно скучное печенье. Ничего, мы это исправим. Развлечем бабулю. Сделаю ей цветной подарок. Взбиваем в пену 2 белка. Добавляем 200 грамм сахарной пудры. И продолжаем взбивать до загустения. Делим массу на части. И добавляем в каждую пищевой краситель. В стакан опускаем зип-пакет. И вкладываем в него крем каждого цвета по очереди. Отрезаем уголок пакета. Единорожек берет пакет с кремом. И формирует из него цветную спиральную горку. Украшает сверху посыпкой. Вот теперь сразу видно, что здесь побывал единорог. Бабуля заходит на кухню выпить молока. Что это еще на столе? У этой молодежи никакой культуры. Оставить такое в тарелке. Что же это все-таки? Запах вроде ничего. Бабуля возмущена. Единорожек пытается объяснить, что это всего лишь сладкий радужный крем. Но бабушка не оценила шутку. Лучше верните ей ее обычное печенье. Бабуля у нас строгая. На диване с ногами сидеть нельзя. Играться едой тоже. Нельзя, нельзя, это нельзя, и то нельзя, ничего нельзя. Она не делает исключения даже для милых единорогов. Главное правило в ее доме – не отвлекать бабулю от старости. Но единорожек очень хочет повеселить бабушку. Что же придумать? Например, мыльные пузыри всем точно понравятся. А еще лучше воздушные шарики. Разноцветные воздушные шарики надуваем. Привязываем к ним шнуры. Кладем шарики в шкафчик. А веревки крепим к дверце изнутри скотчем. Единорожек закрывает дверцу и ждет бабулю. Бабушка как раз нашла интересный рецепт. Она приготовила терку и досточку. И открывает дверцу, чтобы взять миску. Сюрприз! В шкафчике единорожек устроил закрытую вечеринку. Но бабуля на нее приглашена. Главный лайфхак на пенсии – не стареть душой. Бабуля тоже может приготовить несколько пранков для своего радужного гостя. Единорожек проголодался? Скорее мчись к холодильнику. Бабуля припрятала для тебя целую коробку радужного мороженого. В блендере взбиваем мороженое вместе с пищевым красителем. Выливаем немного в большой пластиковый контейнер и распределяем тонким слоем по стенке. Ставим в морозилку застывать. Когда мороженое застынет, распределяем рядом слой другого цвета. Заполняем так всю стенку контейнера. Вырезаем изображение мороженого по размеру крышки. Приклеиваем на двусторонний скотч. И накрываем контейнер с одной стенкой из мороженого. Счастливый единорожек мчится к холодильнику. Радужное мороженое – это праздник. Бабуля любезно предлагает ложку. Вот только от мороженого остались одни стенки. Внутри коробки радужная пустота. В этом пранке выигрывает бабушка. Единороги – удивительные существа. От нехватки мороженого они, наоборот, простужаются. Единорожек чихает и… Упс! Кажется, здесь нужен носовой платочек. В клей для лизуна добавляем немного раствора для линз. Перемешиваем и добавляем щепотку соды. Вымешиваем лизун, пока он не перестанет липнуть к рукам. Делим его на 3 части и окрашиваем каждую разноцветными пищевыми красителями. Соединяем лизуны в одну радугу.
Бабуля видит радужную слизь единорога. Фу, какой кошмар. А единорожек еще и играет с ней. Лучше научись вытирать нос салфеткой. Вот, держи целую пачку. Раз единорожек так любит радужные шутки, то бабуля приготовит ему радужные печенье с тайным ингредиентом. В два яйца всыпаем 80 грамм сахара и взбиваем. Кладем 100 грамм размягченного сливочного масла. Добавляем щепотку соли и 260 грамм муки с одной ложкой разрыхлителя. Быстро замешиваем тесто. Делим его на части и в каждую добавляем пищевой краситель. На пищевую пленку отщипываем кусочки теста. Заматываем в пленку, формируя жгут. Кладем тесто в холодильник на 30 минут. Наконец, тесто готово. Бабуля мастерски разрезает его. Она посыпает противень мукой, как настоящий шеф-повар. Правда, насыпалось немного в рукав, ну да ничего. А теперь настало время для тайного ингредиента. Часть теста для печенек бабуля украшает сладким M&M's, а часть – кислым Skittles. Бабушка тоже любит сладенько. M&M'сики. Ой, увлеклась. Надо же и для печенья оставить. Да свершится пранк. Настало время пикника. Единорожек прыгает от счастья. Аккуратнее, не сбей с ног бабушку. А у бабули уже готово угощение. Печенье распространяет сладкий аромат. И тут же на запах прибегает единорожек. Печушки такие аппетитные. Подожди, бабушка сама даст печенье. Бабуля выбирает печенье с кислым Skittles. Единорожек откусывает кусочек. И тут же кривится. Единороги очень чувствительны к кислому. А себе бабушка выбирает печенье со сладким M&M's. Единорожек тоже приготовил бабуле подарок. Как это мило. Только этот подарок не обычный, а какой-то живой. На диктофон в телефоне записываем звук скрежета ногтей. Через 2 секунды стук. Далее записываем пронзительный крик. Сохраняем аудиозапись. Коробочку наполняем тканью. И сверху кладем телефон. Красиво упаковываем. Крепим бантик. Бабуля прислушивается к странным звукам из коробки. Вокруг нее ни души. А внутри коробочки завывают какие-то демоны. Что же там за сюрприз? От единорога всего можно ожидать. Пожалуй, лучше пусть этот подарочек останется на скамейке. Бабуля устала. Пока она спит, я сделаю ее образ немножко ярче. Беру цветные тени и делаю бабушке радужный мейкап. Пусть вспомнит молодость. Провожу вертикальные стрелки. О, это слезы радуги. И также раскрашиваю волосы. Бабуля точно оценит эту технику. Зеленый очень хорошо закрашивает седину. И не забудем про розовые щечки. Но и это еще не все. Раскрасим вставную челюсть бабушки пищевыми маркерами. Вот теперь все. Просыпайся, спящая красавица. Бабуля видит свое отражение в зеркале. Она помолодела сразу на 50 лет. Но она не в восторге от смены имиджа. Единорожек еще получит. Бабуля тоже умеет напугать. Сыграем в комнату страха. Нам понадобится светодиодная гирлянда и белая простыня. Бабушка обматывается гирляндой. Она похожа на антикварную новогоднюю елку. Как только выключили свет, единорожек бежит от страха в гостиную. Мамочки, что это за ужас? Светящееся привидение? Самое страшное из всех фантастических существ. Единорожек падает в обморок. Спокойнее, это всего лишь бабуля, которая решила напугать гостя. Вот, приди в себя, освежись. Единорожек решил сбежать, но у бабушки везде наставлены ловушки. Из яркой бумаги и упаковочной фольги нарезаем мишуру. В картонной коробке вырезаем дно, насыпаем внутрь конфетти. К отрезку бумаги размером с дно коробки приклеиваем отрезок шнура. Накрываем дно бумагой и фиксируем по бокам скотчем. Другой конец веревки приклеиваем к двери. Единорожек открывает дверь, и на него высыпается полная коробка конфетти. Сюрприз, карнавал от бабули. У единорожка готов маленький подарочек для бабушки. Милый человечек из цветных червячков. В основу из пенополистирола вставляем две зубочистки. Обматываем их пищевой фольгой, формируем ножки.
Термоклеем приклеиваем еще две зубочистки сверху под углом. Снова обматываем фольгой. Из зубочисток и бамбуковых палочек делаем треугольный каркас туловища. Наращиваем массу из фольги. Для головы скручиваем фольгу в шарик. И вставляем ручки. Оклеиваем фигуру человечка цветными мармеладными червячками. Крепим конфеты на разведенной в воде желатин. Бабуля видит нового гостя. Она не в восторге от такой компании. Жуткий малыш. Но единорожек успокаивает ее. Это всего лишь сладкие конфетки. Если цветной малыш так тебе не нравится, можно его просто съесть. Это бабушке больше нравится. Ведь она очень любит сладкое. А теперь полюбила и единорожка. Понравились розыгрыши? Тогда пиши в комментариях, чьи пранки тебе больше понравились. Бабули? Или единорога. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски про единорожка на канале Трум-Трум.